Привет, друзья. Сегодня, когда гости на пороге, ну, к нам должны прийти гости, надо приготовить какое-то что-то сладенькое, что-то быстрое, десерт. И поэтому я хочу вам показать очень простой способ, как потратить мало времени и сделать вкусный десерт, ну, где-то за полчасика. То есть ингредиенты самые простые. У нас здесь разрыхлитель, 2 яйца, 100 грамм растопленного сливочного масла, немного ванильного сахара, баночка сгущенки и 1 стакан просеянной муки. Нам нужно все это соединить, все быстренько взбить. И пока мы будем взбивать, нам нужно поставить разогреваться духовку 180 градусов. Он очень быстро готовится, то есть минимум 15 минут. Поэтому приступаем. Просеиваем муку и добавляем все, что у нас необходимо добавить. Так, мука готова. Мука здесь грамм 200. Здесь, значит, разрыхлитель, чайная ложечка. Отправляем 2 яйца. Немного ванильного сахара. Выливаем нашу сгущенку. Очень простой. Все быстренько перемешали. Разогретую духовочку 15 минут, и рулетик у вас готов. Дальше можно будет помазать и каким-нибудь конфектюром, джемом, каким-нибудь кремом, ягодами дополнить. Очень такой беспроигрышный вариант. Замешивается очень быстро. Так, все, добавляем растопленное сливочное масло. Оно должно быть не горячее. И перемешиваем все венчиком. Все, взбивался он буквально меньше 2 минут. Все, наше тесто готово. Теперь мы берем наш противень, где будем выпекать. Застилаем пищевой пленкой. Смазывать я его не буду, потому что я уверена в своей бумаге. И выкладываем наше тесто. Мы его должны выложить и разровнять. Ну вот, я распределила наш корж. Сейчас у меня разогревается духовка, еще не разогрелась. И убираем ее на 15 минут. Как только начинает подзарумяниваться до вот такой желтизны, и сразу его вынимаем. Итак, а пока печется мой корж, я хочу быстренько взбить сливки, то есть сделать крем на сливках с добавлением сахарной пудры. Это получится такой легкий крем внутри. Ну, я сейчас это все взобью, то есть мне нужно 500 грамм охлажденных сливок, и когда взобьется, я буду постепенно добавлять сахарную пудру. Здесь у меня грамм 100. Все, приступаю. Я вылила наши сливки, и я приступаю к взбиванию. Сначала на больших оборотах, потом мы увеличиваем наоборот. Ну вот, я сливки взбила, вот так они должны получиться. И теперь мы потихонечку будем добавлять нашу сахарную пудру и продолжать будем взбивать. Ну вот, крем мой готов. Я его убираю. Сейчас он очень хорошо взбился. Я его убираю охладиться. Между тем, мой корж уже подошел. Он очень мягкий. Он уже слегка еще горячий. Сейчас я его переверну. И мне нужно снять будет пленочку. Я его вот так перевернула. И теперь снимаю нашу бумагу. Вот такой получился красивый корж. Итак, я для начинки хочу проложить слой клубники. То есть сейчас я положу сливки. Сверху выложу вот эту клубнику.
Так, хаотично. И заверну в рулет. Немножко оставлю крема для верхнего украшения нашего рулета. Ну, так не буду затягивать, поэтому приступим. Я беру наши сливки и буду прям так хорошо смазывать наш корж. Итак, я смазала. И теперь буду выкладывать нашу клубнику. Ну так, как получится. Это будет очень вкусный, красивый рулетик. Готовится он очень быстро. Подготовить все ингредиенты, быстренько испечь, смазать. Можно любым кремом, можно, например, сгущенкой какой-нибудь смазать, можно любым джемом. Ягодами, все что угодно, все, что на ум приходит, вот все можно это дело украсить. Уже такой красивый. И нам нужно будет его свернуть. Я думаю, он успеет пропитаться. Как-то так. Сворачиваем рулетом. Ну, в общем, вот так получилось. У меня получилось так, что камера перестала писать, и я не заметила. Ну, в общем, сворачиваем рулетом, вливаем, ну, смазываем сливками, укладываем любыми ягодами, ну, и веточками мелиссы там или мяты, например. Ну, вот такой получился рулет. Ну, так получилось, что не записалось. В разрезе, конечно, покажу я его чуть позже, когда уже придут гости. Так что вот. И еще сейчас одно хочу приготовить быстро закуску, потому что нарезка нарезкой, а хочется как-то украсить свой стол. Итак, я сейчас убираю наш тортик в холодильник, чтобы пропитался. Я думаю, что он не успеет пропитаться, потому что скоро уже гости придут через пару часов. Ну ладно, все, я не прощаюсь. Сейчас мы продолжим. Итак, и сейчас хочу приготовить закуску. Это будут тарталетки с творожным сыром и маленькая розочка сверху на наши тарталетки. Это будет такой, ну, прям сразу на один укус. Я сейчас все подготовила, я уже рыбку нарезала. Сейчас я положу творожный сыр в кондитерский мешочек и буду заполнять наши тарталетки. Ну вот, как-то так. Заполняем не на полную нашу тарталетку, сверху укладываем розочку рыбки и украшаем зеленью. Сейчас я все подготовлю, покажу, что получилось. Ну вот, получилась вот такая красота. И теперь мы берем нашу рыбку, сворачиваем рулетиком и вот так вот ставим сюда. Получается такая мини-розочка. И украсим какой-нибудь зеленушкой. Сейчас я все сделаю и покажу. Ну, вот такая тарелочка получилась. Ну, согласитесь, что это очень будет вкусно. Ну, и, соответственно, будет красиво на столе. Сейчас я быстренько помою фрукты, потому что уже время поджимает. Нарезочку тоже сейчас мы сделаем. Ну, в общем, как-то так. Ну, вот, успела я быстренько приготовить наши фрукты. Это будет еще одно, как бы, завершение нашего стола. Будет, конечно, шашлык, будет еще много чего. Ну, в общем, на этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.